Богородице і Преснодєве Маріє, сумніви серце Богородице,
прими недостойну молитву нашу, сохрани всех нас, с верой любовью поклоняющихся, при чистому образу Твоему, однови так злый человек от незапности. Ко святому великому ученику Георгию Победоносу, с умилением сердец наших помолимся. Ранее православное воинство, разрушив силу восстающих врагов, да постыдятся и посрамятся, и дерзо всех да сокрушится, да увидим, как мы имеем божественную помощь и всем скорбным стоянием сущим, но мощное ли свое заступление, моли Господа Бога, все отвари Создателя, избавите нас от вечного мучения, да прославляемся и Сына Святого Духа, и Твои святые предстательства ныне и присно и во веки веков. Воистину воскресе!